Час стать прикметным. С завтрашнего дня на территории Гомельской области под такой назвой стартует акция Держаутоинспекции. Ее мета – нагадать об необходимости использования светлоотбивальных элементов, потому что наезды на пешеходов, не обозначенных у темный час суток, застаются основной причиной гибели людей на дорогах. За 10 месяцев этого года на территории области отбылось 133 дорожно-транспортных здарения с уделом пешеходов. Загинули 22 человека. Госавтоинспекция напоминает о необходимости обозначения себя световозвращающих элементов в темное время суток, либо жилетов повышенной видимости.